сегодня мой подписчик сделал для меня карту прямо у нас в Чикенгане. И прямо сейчас мы на это посмотрим, как же круто у него это получилось. Ну а если ты тоже хочешь получить именно эту карту, то подписывайся на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Потому что именно только там я раздам эту карту. Ну и не забудь на канал подписаться. Grand Mobile теперь дарит макбуки, айфоны, приставки, PlayStation и кучу других крутейших призов только за то, что ты играешь. Устанавливай на свой смартфон ролевую игру Grand Mobile, создавай персонажа и весело проводи время с друзьями. Покупай дома, автомобили, создай бизнес или заведи семью. Ты сможешь построить успешную карьеру или остаться вне закона. Выбор за тобой. Реалистичный ролевой режим позволит получить массу эмоций и воплотить в жизнь любой сценарий. А за проведенное в игре время ты получишь возможность выиграть один из 50 крутейших призов. Среди них множество дорогих гаджетов от Apple, приставки PlayStation 5 и Nintendo, смартфоны, наушники, умные колонки и много другого. Присоединяйся к миллионам игроков, которые уже сейчас воплощают свои фантазии в реальность. А также для более легкого старта вводи мой промокод Халарик на 30-м сервере. Он даст тебе гелик плюс 30 тысяч рублей и VIP-статус на целых 7 дней. И вот мы прямо сейчас с вами уже на этой карте. И вы, наверное, скажете: блин, Халар, это же не карта от подписчика, это же просто обычный зимний чалахаус. И да, это действительно так, это обычный зимний чалахаус. Но если мы развернемся в противоположную сторону, то мы там увидим вот такое вот здание, ну, какую-то постройку. И вот эта конкретная постройка, это часть карты от моего подписчика. О, здесь даже санки стоят, лично я их ни разу не замечал. Я бы скорее сказал, что это не конкретная карта от подписчика, а больше какое-то дополнение к нашей основной зимней карте чалахауса в Чикенгане. В общем, давайте подлетим к этому зданию и все внимательно с вами рассмотрим. И это реально, я бы не считаю, как какое-то дополнение к этой карте. То есть, смотрите, у нас на зимнем чалахаусе еще за основной картой есть кучу много вот такого свободного пространства, которое просто пустует и непонятно зачем. И мой подписчик, видимо, загорелся этой идеей и решил построить вот на таком вот пустом месте еще один дом, тем самым дополняя всю эту карту. И выглядит реально очень прикольно. И в общем, вот он сам дом. Посмотрите, как он выглядит. И здесь также у нас есть пингвин, какой-нибудь и стрипер, наверное, тоже у нас также тут стоит, как и возле того дома. Только тот дом пустой, а этот дом реально настоящий и имеет в себе всякие очень прикольные штуки. И посмотрите, мой подписчик даже не забыл сделать здесь снег. То есть, смотрите, снег идет на карте Чалахаус только здесь, ну как бы на основной его части. А если мы выйдем за карту, то тут уже никакого снега вообще не будет. Здесь обычная карта, но мой подписчик не забыл и тут тоже устроил вот такой вот снег, и тем самым как бы оставил эту реалистичность, чтобы все выглядело как снежный чалахаус, Новый год и так далее. Ну что ж, давайте уже зайдем в этот дом и посмотрим, что это вообще за здание такое. Давайте открываем двери и заходим в этот дом. Нас сразу же встречает вот такой вот небольшой коридорчик с зеркалом, кстати, да, это я. И вот такие вот две комнаты. Давайте сначала пойдем вот в эту комнату и посмотрим, что здесь такое. Смотрите, здесь нас сразу же ожидает вот такой камин, типа какой-то коврик настенный. И в общем-то эта комната, я так предполагаю, это типа кухня. Ну, смотрите, какая она аккуратная. Да, со своими небольшими какими-то, может быть, косячками, но в целом. Посмотрите на эту комнату. Выглядит она реально очень четко, аккуратно. И, в принципе, здесь очень комфортно играть с друзьями или одному, или записывать ролики. В общем, эта комната кухня реально выполнена очень здорово. Все аккуратно и реально очень красиво. Есть даже телевизор и вот такой вот мяч. Ну, а если ты хочешь получить эту карту, то переходи по ссылке в описании в мой телеграм-канал. И сразу же пройдемте ко второй комнате. И здесь у нас будет что? А здесь у нас, я так понимаю, спальня, и в принципе есть даже игровое рабочее место. И посмотрите, что здесь есть. Здесь у нас вот такая кнопка YouTube. Так, она немножко ушла в стену, давайте ее поправим. И вот такая вот получается у нас спальня. Здесь даже китик, это что, на него отсылка, что ли? Кровать, как бы шкаф, пуфик, все дела, это очень прикольно. Даже елка здесь есть, офигеть. И вот такое вот рабочее место. Комната выполнена тоже очень здорово. И, блин, она реально очень классная. У нас тут, к слову говоря, еще даже в обоих комнатах есть вот такие вот окна, то есть даже можно смотреть, что там происходит. Ну, кстати, у нас же осталась еще крыша. Мне интересно, что на крыше, потому что посмотрите, как выглядит этот дом. Он выглядит вот так вот, а крыша у него реально очень большая, так что я думаю, что там точно должно что-то быть. И, кстати, посмотрите еще на саму крышу. Она вот такая большая и реально обваленная снегом. То есть мой подписчик добавил даже вот такого реализма, чтобы выглядело все более реалистично и красиво. Так, я залез на крышу и посмотрите, как здесь все выглядит. Офигеть. А что тут делает тарелка? И тут еще
какая-то штука торчит, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, вот она какая крыша. Вот получается второй этаж или чердак. И тут почему-то что-то делает тарелка, видимо, не знаю, какая-нибудь пасхалочка, отсылочка. И, кстати, смотрите, как это забавно выглядит. Я лечу просто внутри дома, но при этом не вижу себя и вообще не понимаю, что происходит, потому что крыша полностью меня закрывает. Я вообще сейчас не знаю, что там творится. Своему подписчику я хочу выразить реально огромную благодарность за то, что помог мне, построил такую крутую карту, дополнил наш основной зимний чалахаус. Это реально очень круто. Спасибо тебе большое. Ну а я вам напоминаю, что если вы хотите поиграть тоже на этой карте и делать на ней все, что только вы хотите, то переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, потому что только там я раздам эту карту, и абсолютно каждый из вас сможет ее получить и поиграть на ней просто с кайфом. Смотри еще это видео, которое вылезло у тебя на экране, но тоже очень крутое, я тебе реально советую его заценить. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, а с вами был я, Халар, до скорых встреч и всем пока!